А теперь сосредоточим свое внимание на игре левой рукой. Посмотрите внимательно еще раз, как играется левая рука. Ну, мы играем левой рукой на пятой струне. Вот она. Вот нажимаем. Ну. Так, у нас нажимается пятая струна. Вот это вот. И следующая струна будет нажиматься шестая. Вот. Я показываю большим пальцем для того, чтобы просто вы видели, что нажимается. То есть, иначе говоря, пятую струну вы нажимаете. Можно тремя пальцами нажать для удобства, да? И большим пальцем нажимается вот шестая струна. И вот получается игра следующим образом.